Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Одна знакомая дама просила Эйнштейна позвонить ей, но предупредила, что номер ее телефона очень сложно запомнить. 24-361. Запомнили? Повторите. Эйнштейн удивился. Конечно, запомнил. 2 дюжины и 19 в квадрате. Однажды Эйнштейн делал доклад на одной напряженной научной конференции. По окончании конференции устроители спросили ученого, какой из моментов конференции оказался для него самым трудным. Эйнштейн ответил, «Самая большая трудность заключалась в том, чтобы разбудить слушателей, заснувших после выступления председателя, представлявшего меня аудитории». Эйнштейн обожал фильмы Чарли Чаплина и с большой симпатией относился как к нему, так и к его трогательным персонажам. Однажды он послал Чаплину телеграмму. «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и я уверен, что вы станете великим человеком. Эйнштейн». Чаплин ответил, «Я вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности не понимает никто в мире, но вы все-таки стали великим человеком. Чаплин». Один бойкий журналист, держа в руках записную книжку и карандаш, спросил Эйнштейна, «Есть ли у вас блокнот или записная книжка, куда вы записываете свои великие мысли?» Эйнштейн посмотрел на него и сказал, «Молодой человек, по-настоящему великие мысли приходят в голову так редко, что их нетрудно и запомнить». Однажды Эйнштейн был на приеме у короля Бельгии Альберта. После чая был небольшой любительский концерт, в котором принимала участие и королева Бельгии. После концерта Эйнштейн подошел к королеве. «Ваше Величество, вы играли превосходно. Скажите, для чего вам еще профессия королевы?»